продажа «Шеффілдський клинок» от Джорджа Вестенхольма и сыновей, одна из самых известнейших английских марок. Вот, клинок конца 19-го, начала 20 века. Вот, очень красивая, интересная вещь. Вот, клеймо. На клейме можно видеть Джордж Вестенхольм и сыновья. Celebrated IXL Razor. IXL в данном случае торговая марка. Celebrated, известная, признанная. Вот, ну и ниже Sheffield, England. То есть сделано после 1891-го. Вот, но до 1910-го, такой вот временной промежуток. Вот, бритва богато украшена гравировками, на полотне на лицевой стороне в обрамлении цветов и узоров надпись «Georg Westenholm & Sons IXL Hallground». Вот, и на ручке есть надпись, надпись тоже глубокая, сделана гравером, видимо, ну или методом литья. «The IXL Razor». Вот. Все чисто, аккуратно, красиво. Бритва имеет практически отсутствующую выборку. Тут такая между четвертью и почти клином. Скругленный носик, скругленная головка. Вот, полностью вся была вычищена. Имеет такой вот небольшой вырез под большой палец. Вот, разбиралась, чистилась внутри, все в идеале. Вот, следы времени, если есть, то поверхностные. Вот, полотно с обеих сторон в очень неплохом состоянии. Геометрия тоже приличная, заточена бритва на одном слое изоленты. Для такой выборки фаска довольно узенькая. Вот. Ручка сама по себе сделана из пластика, пины с шайбочками латунь. Вот. Клинышек сделаны из олова. Вот. Все вычищено, отшлифовано, все аккуратненько. Ручка, в принципе, как новая. Никаких трещин, царапин, дефектов нет. Вот. Ну и сам клинок в очень неплохом состоянии. Вот. Такая нарядная праздничная бритва. Вот, и тут очень неплохая сталь. Вот я ее только что заточил, проверял. Очень мягенько проходит все тесты. Бритье будет радовать. Заточена как бритва с легкой улыбкой. Вот, правится, в принципе, без проблем. Вот, так что, кому интересно, пишите. Вот. Родного футляра в комплекте нет. Будет идти. Ну, скорее всего, холщовый чехол или футляр от какой-нибудь другой бритвы. Там что-нибудь по ходу придумаем. Вот, поправки здесь тоже никаких нюансов. Там уже, если какие-то советы надо будет дать уже с будущим хозяином, тогда обговорим. Вот. Так что вариант, в принципе, такой. Легкий в этом плане, поэтому хорошо подойдет для новичка. Естественно, бритва далеко не сравнима с новоделами и со всякой вот этой вот фигней современной. Хорошая, настоящая антикварная классика с отличным мягким резом. Вот. Носик, пяточка скругленный, чтобы не царапаться ни при бритье, ни ремень, чтобы не царапать при неумелой правке. Вот. Ну, при желании ремень можно любой бритвой, в принципе, расцарапать. Но в данном случае хоть какая-то защита от этих царапин будет. Особенно для новичков. Вот. Ну вот, такой вот клиночек. Кому интересно, пишите, звоните. В продаже.